Здорово, народ! И смотрите, какую интересную позицию соорудил себе Маус. Действительно, он фактически придумал позицию напротив толпы врагов. Вот он будет стоять, и вот впереди будет куча врагов. Он будет танковать, накидывать дамаг, и это вообще будет довольно эпично и красиво смотреться. Короче, все внимание на экран. Сегодня вот такой у нас здоровенный бронесарай, ну и здесь вот нас любитель кого-нибудь подтолкнуть из 2-2. Но, правда, один момент есть такой небольшой: как Мауса не толкай, знаете, все равно он намного быстрее не поедет. Здесь, честно говоря, товарищ двухстволоч занимается полной ерундой, но Маус об этом, собственно, пишет в чат. Спасибо, конечно, но я выше 20 не еду. Ну вот. Так, но как-то и есть. Ну что, дружище, погнали занимать тогда горку. Медленно, но зато, как говорится, уверенно. Из два понял, что дело гиблое здесь, в Мауса заталкивать. Поэтому, ну, я не знаю, если всей командой только, и то, наверное, Мауса хрен дотолкаешь. Ну и в итоге мы в последних рядах, как оно того и следовало ожидать, продвигаемся. Наша команда тут уже все кусты позанимала, но Маусу в кустах делать, сами понимаете, нечего. Кусты как бы не маскировали, такую глыбу здорово не спрячешь. Так, ну что, Canon Jagdpanzer 105, здесь восьмерочки стоят. Ну, в принципе, оно и понятно, попали парниши вниз списка. И логично, что им тут по кустам сидеть. Да Мауса не толкать, желательно, и не мешать заехать на гору. Там уже в чате у нас ругаются. Короче, сразу проглядывается наш любимый с вами рандом. Так, ну что, из два такое чувство, что наша личная охрана какая-то. Потому что он крутится там то спереди, то сзади. То где любит, как говорится. 0-1, тем временем счет, немного по хп проигрываем, а кто там уже трендюлей наполучил? Т-3-4-2 уже умудрился этого ангару упаковаться за первые пару минут боя. Ну а так, в принципе, даже неплохая ситуация получается. То есть, вроде вот уже Маус пока ехал, уже 3 минуты прошло, уже можно было сходить, чаечек заварить. Если бы был какой-то автопилот в нашей игре такой, знаете, ставишь точку, куда Маусу ехать, и он по самой там безопасной позиции двигается. Можно так, бой начался, ты на горочку туда кликнул, там Маус поехал. Тесла Маус какой-нибудь. И ты пошел там чаечек заварил. Сериальчик посмотрел 10 сезонов. И как раз пока вернешься, глядишь, Маус полпути проехал уже. Ну, в общем, такая ситуация. Счет 0-1. Он уже комедий-клаповец перед нами, ТНТшник, ТНХ 105. Ну-ка, дружище, давай, 1000 хп у тебя. Это как раз для нас, уже 470. О, а вот это серьезный, дядя, ты посмотри, 3000 хп, есотец. Есотец тут прикатил. Ну, дружище, мы знаем, что у тебя башня прямая, бронированная, но голдой пробивается. Поэтому, ля, грамотный Маус танк, пытается танковать, довернул башню, не дает послабления Е100, и вот момент, и тут же доворачивает. Четко видно, профессионал на Маусе. Прям подловил Е100-го, и в итоге танканули 750, и еще одну плюшечку тебе отпишем на 522. Что ж, посылочка безвозвратная, дружище. Я бы на твоем месте задумался. Так, тем временем счет 1-1, даже уравняли ситуацию, и вот очень скоро будет тот самый момент, та самая интересная ситуация с выездом. Так, НЛДшка тут торчит чья-то. Давай, мы сейчас ее пощупаем, Е100-й добрал. Не, ну а вот это, вот куда вот этот товарищ поперед батька в огонь полез, а? Дружище. Ну, непонятно, честно говоря, зачем он так агрессивно выкатывается. А мы сейчас Е100-го и приготовим уже, дожарим, посмотри. Осталось так, чесночок добавить и готов уже. Наш товарищ 445 добрали.
Ой-ой-ой, посмотри, а там, конечно, батарея серьезная сзади стоит. Бабахен С-183. Не, у нас, конечно, броня есть. Не, заметьте, Маусу так плавненько продвигаясь по горочке Малиновки, уже 3890 натанчил, 3500 почти нашвырял. То есть, как кот в масле здесь катается. Так, этот друг решил спрятаться за эстонцем и... Ну, у нас другие планы по этому поводу. Вот так проезжаем за эстонцем, заметьте, по пути уже размениваем 5000 натанкованного урона. Вот единственное, что артиллерию никто не отменял. И вот как иронично, что первый дамаг в этом бою мы получили именно от арты. Вот, что бы ни говорили, все-таки такие большие тяжи от арты все еще пострадывают слегка. Так. Подкатываем Есотова. Продвигаем так. У нас тут какая-то соревнование начинается. Кто лучше спрячется за Есто? 60 нас пытается пробить. Так, дружище, у тебя тут, говорят, шишка на башне есть. Давай-ка мы ее прощупаем. Прощупали. И посмотри, какой. Вот то, что я говорил, народ. Смотрите, прямо ситуация. Вот наша позиция. Искусственно созданная, так сказать. Экологически чистая. И теперь мы стоим напротив всей вот этой вражеской эскадрильи, толпы врагов, которая готова нас не пробивать, наверное. Не, ну Маус, конечно, здесь неплохо так, неплохую халабуду себе сделал. Фактически он-то сам себе ее сделал. Он добрал и Есотова, и при этом добрал ТНХ самостоятельно. Поэтому здесь без вопросов абсолютно. 704-й объект перед нами. И уже 9000 натанкованных. Там во флипазик, посмотри, уже негодует. Пытается нахлобучить нас немного. Но, дружище, у тебя не выйдет такой фокус. И 704-й нас не пробивает. Боже, боже, как одни хотят Мауса заколупать здесь. 704, привет, дружок. Да давай тебе тоже пропесочим на 509. Меня больше всего прикалывает вот народ сейчас. Посмотрите. Счет 7-7. Равный, тяжелейший бой. Стоят. Стоят. Пацаны стоят на базе, кусты подстригают. Твою дивизию. Прошло уже... прошло сколько? 7 минут боя прошло. Нет. Да, подождите, 8 минут. 8 минут боя. 2 мне по математике. 8 минут боя. И только вот, только начали двигаться. Ну никого же там нету. Там один несчастный гвардеец рыбу ловит в квадрате К4 там у воды. Стоят. Стоят, не, молодцы пацаны. Тут это любители постоять, конечно, когда стоит, это хорошо, но не в этой ситуации. Так, а Маус тем временем 13700 натанкованного, почти 6 косарей нанесено. Не, конечно, он тут для вражеской команды как висит груша, нельзя скушать, как говорится. Не дотягиваются одни до Мауса, но тем не менее. Почти расколупали даже в итоге, но добрать не могут. 15 тысяч натанкован, уже почти 16. Еще и дамаг есть. Вот, конечно, здесь не поспоришь, народ. Бой, в принципе, удачный уже изначально был, потому что Маус попал вверх списка с восьмерками. Да, если бы был с десятками, его бы уже, скорее всего, давно здесь вздрючили. Но все равно... Цифры. Цифрами не поспоришь. Цифры к рекордным близятся. Мы уже скоро 16 тысяч натанкованного разменяем. И при этом, используя вот такую импровизированную позицию, мы еще и дамаг наносим.
То есть бой прям по всем показателям крутой. Народ, сейчас к финалочке идет сражение. Давайте поэтому быстро вам напомню, что спонсор этого ролика — парни с классного сайта WhatHub, где прямо сейчас очень много интересных новогодних разных штук. Во-первых, там все еще можно добыть новогодние коробки, а к тому же еще и прям танки. Залетайте, открывайте. В закрепленном комментарии ссылочка. Если будете пополнять счет, введите вот этот промокод, который на экране, при пополнении, и получите гарантированный подарок-бонус. Так что, кто еще хочет последний вагон заскочить, как говорится, и коробочек поднять, залетайте в закрепленном комментарии. Вся информация. Ну и не забывайте также, что в этом видео можно и голдишку от нашего канала выиграть. У нас постоянно под видео розыгрыши. Просто лайк ставите, подписывайтесь, комментарий пишите с игровником, никаких проблем. Участвовать, кто хочет, кто не хочет, можете просто ролик смотреть. Ну, в общем, там решайте сами. Ну и что у нас тут? М60. 930 хп. Ну что, с маусом? Маус не по зубам оказался, да? Да, ребят, 7600, 8000 урона. Маус уже свое все одно получал. Теперь даже некому нам тут повышать на танкованный дамаг, но тем не менее, 18 тысяч натанковано, 8 тысяч нанесено уже, даже больше. Страшно считать суммарный дамаг. Больше 26 тысяч. Сейчас уже 27 тысяч суммарно, у нас там еще немного ассиста есть. Вот так, вот такой маус просто в наглую оттанковал всю вражескую команду, а мы с вами движемся к итогам. Ну и честно говоря, народ, ну не самый эпичный бой, конечно, но результат вот именно в плане циферки впечатляет. Я из-за этого только взял. 18 тысяч натанковано было на этой позиции. И при этом еще и дамаг смог нанести. 9205 урона нанес. Основной калибр, стальная стена, невозмутимый. Ну неплохо же. Вверху справа прошлый видос, залетайте, смотрите, а мы с вами, народ, увидимся в новых роликах, которые очень скоро будут на канале. Пока, народ!